Привет! Сегодня я расскажу о том, что такое ясновидение. Ясновидение – это экстрасенсорная способность, которой в действительности обладают единицы людей, населяющих нашу планету. С людьми, которые реально могут гордиться такими способностями и готовы помогать окружающим встретиться не так-то просто на жизненном пути. Георгий обладает таковыми способностями с раннего детства, с самого своего рождения. Каким образом так вышло? Резонно спросите вы. Поясняю. Георгий – потомственный маг и шаман. Он колдун Вуду. Его родные по женской линии обладали такими способностями веками. Способности передались и ему. Если вам необходимо узнать, что происходит, происходило или будет происходить в жизни человека, судьба которого вас интересует, то вы можете обратиться к нему с такой просьбой, и результат вас удивит. Есть люди, которые многие поступки в своей жизни и многие решения, которые они принимают, предварительно оценивают, исходя из той информации, которую они получают от Георгия. Это не всем доступно. Но если вы смотрите это видео, то такая возможность у вас появилась. Что делать дальше, решать вам. Георгий может вам приоткрыть завесу тайны будущего и прошлого. Обращайтесь. Контактная информация приведена на данном видео и в его описании. Удачи вам!